8 с небольшим утра на набережной. Что-то много народу. Автомобили. И вот люди стоят. Здесь обычно никогда нет столько народу. И вот видите, тут расположились некоторые, сидят на тряпочках, чего-то ждут. Давайте мы с вами посмотрим, что же там такое-то. Тут вообще лягушатник. Здесь дети обычно тренируются в серфинге. Давайте глянем на лягушатник. Так. Ну, в общем, да. Тут какие-то силы собраны. Несмотря на раннее время. Это, наверное, родители детку привезли. И тут вот совсем маленькие. Даже я не знаю, сколько им там. 4 года. Такие крохотули. С кудряшками. В красивых костюмчиках. Светлана пошла на разведку, и ей объяснили, что вот там, на бережку, вот там стоит гостиница, и на пляже возле гостиницы вы видите там толпища такая. Издалека кажется, что там гора муравьев. А это люди, друзья, это люди. Я извиняюсь за то, что трясется у меня камера, но так получается. Это люди. И скоро они там устроят такую гавайскую регату. Вот, и она тут пойдет вот здесь вот вдоль пирса. И вот народ собрался смотреть на эту гавайскую регату, оказывается. Очень интересное небо сегодня, пасмурно. Вот тут солнышко, сейчас мы так увидим, вот здесь солнышко. А дальше, если посмотреть вот туда, там уже солнышко отражается в тучках. Смотрите, как получается. Прикольненько. Мы вышли, собственно, погулять с утра. И уже возвращаемся обратно и смотрим, ну где там это действо. Не вижу никакого действа. Народ кричит чего-то. Да, ну вот тут какая-то лодка вышла, ты знаешь? Где? Вот. Вот это зеленая и белая? Ну да. Ну, она просто стоит. А что же не хлопает? Не знаю, народ там ликует. Пошли в сторону народа. Вы видите, друзья, что массы рассредоточились. Вот они тут внизу, их много. Там прямо у воды. Очень необычно, надо сказать. И наверху тоже их тут просто, ну, неожиданное скопление. Бесстрашный, надо сказать, народ. Посмотрите, как они тут на пропасти, фактически на краю, на самом, собрались. Вроде так все пока благополучно. Но мы тоже тут долго стоять не будем, пойдем. Толпища внизу такая живописная, я не мог удержаться. Тут вот лестница идет. Вниз. И народ туда-сюда снует.